Друзья, всем привет! Я рад всех приветствовать на своем канале и вашему вниманию 5 копеек 2009 года Украины с таким браком, как раскол штемпеля. Вот. Образуется он при чеканке монет. Каким образом это все происходит, можете почитать в интернете более досконально, кому это интересно. Вот у нумизматов этот брак называется раскол. Вот цена уже такой монетки 20-30 гривен, в зависимости от интересного раскола. Данный раскол интересен, потому что он крупный, длинный, вот он до середины ветки дубовой, вот, ну такой вот, и явный, то есть признаки визуального раскола определяются моментально. Есть такие расколы, которые нужно смотреть под лупами, то есть они как бы не очень интересны, а вот такой раскольчик уже будет иметь приятную цену. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. С вами Перекупщик. До новых видео, до новых встреч.